чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Айнуру Тимиргалиеву из Октябрьского 26 лет. Его работы висят в картинах в галереях Дрездена, Лондона и Нью-Йорка. И в квартирах боксера Майка Тайсона и рэпера 50 Сента. Творческий путь Айнура начался с детской художественной школы. Талант в мальчике разглядели в возрасте 5 лет. Тогда же у Айнура появилась любовь к карандашному рисунку. При этом портреты не получались. В детской художественной школе я даже помню момент, когда мне больше был по душе рисунок, карандашный рисунок, графика. Ну, мы рисовали и живопись красками, и карандашами, но больше по душе карандаш. Портреты не получались вообще. В Уфимской академии искусств Айнур каждый день тренировался в создании портретов. Прорисовывал каждую деталь отдельно. Глаза, подбородок, скулы. Брал пример с великих. Занимался долго изучением старых мастеров. Леонардо да Винчи, Микеланджело. Мне нравится стиль, когда ты рисуешь зеркальный взгляд. Отходя на разные точки, портрет смотрит именно прямо на тебя. Первый звездный портрет Айнур Тимиргалиев вручил Диане Арбениной. Теперь на его счету более полусотни таких работ. Среди них подарок легендарному боксеру Майку Тайсону. На холсте тренер Касде Мата, человек, благодаря которому Тайсон стал чемпионом. 3 года назад Айнур нарисовал сына рэпера Кёртиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent. Картину музыкант повесил у себя дома. Кроме мировых звезд, Айнур общается с российскими музыкантами. Я знакомлюсь с людьми, с интересными людьми. У меня хватает времени и пообщаться, и, может, какие-то наставления, советы спросить у тех людей, которые уже перешли эту черту, так называемого, успеха и имеют какой-то багаж и вес за спиной и за плечами. Дима Билана, как довольно-таки капризная звезда, хорошо пообщались, да и сейчас общаемся со Скруджи Блэкстар. Недавно уфимец вернулся из Лондона. Там он посетил ежегодную неделю моды. Осенью в столице Великобритании у Айнура откроется первая персональная выставка. В будущем он планирует переехать на Туманный Альбион и отойти от жанра портрета, который принес ему популярность. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.